Ирина Хакамада, кандидат экономических наук, бизнес-тренер, убежденный индивидуалист. Видео с Ириной Хакамадой набирают 1 000 000 просмотров. Ее невозможно ни с кем перепутать. Короткая стрижка, затененные очки, черный цвет, особый крой одежды, уверенный голос. В середине 90-х журнал «Таймс» назвал ее политиком 21 века, включив в число 100 самых известных женщин мира. Она пишет книги, проводит мастер-классы и тренинги, которые помогают людям достигать успеха без ограничения свободы. Ее девиз: «Как бы ни были велики силы, противостоящие тебе, самое главное – быть абсолютно к ним равнодушным и делать свое дело». Только так человек может сказать себе: «Я это сделал, я самореализовался, и я в этой жизни просто победитель». Спасибо.